Итак, привет снова всем. Извините за технические неполадки. Это Индия. Здесь и вырубается каждый час электричество, и потом вырубается. И никогда не знаешь, как заработает техника. Техника тоже своей жизнью живет на этой святой земле. Всем привет. Целительные звуки с вами в эфире. Сразу же скажу, что сегодняшний эфир будет сегодня на русском языке. И я очень рад, что Даниил согласился поучаствовать в прямой трансляции. Спасибо тебе. Языковой медитации. Да, спасибо тебе, что ты согласился. И я помню, как мы всю эту идею воплощали, как записывали тизер, видео, записывали отдельную дорожку, целая история. Спасибо, что ты, да, с нами вместе. И сегодняшняя такая медитация будет импровизационной полностью. Вы можете как смотреть эфир, так и наслаждаться, например, одев наушники, закрыв глаза и приютившись где-нибудь в удобном мягком кресле или диване, и наслаждаться музыкой. Ну, я думаю, что еще, как обычно, мы всегда советуем, это никогда не ждать что-то от медитации, какого-либо эффекта, а просто довериться потоку и наблюдать свои ощущения, свои эмоции, какие-то образы, которые будут вам приходить и появляться. Да. Что-то ты хочешь добавить? Ну, я хочу тоже тебя поблагодарить за то, что ты меня пригласил. Хочу всех поприветствовать и тоже, наверное, сказать пару слов о том, что звук в целом... Ну, звук обладает целебной силой, целительной силой. Вот. И очень важно то состояние, из которого мы как бы либо звучим, либо воспринимаем звук. То есть эта целительная сила, она распространяется и на тех, кто... На того человека, который поет, или там играет на инструменте, или на того человека, который просто слушает. И этот процесс, он такой взаимо... Как бы, это взаимообогащаем друг друга. То есть мы... Также будем сегодня играть, ощущая вас, даже через расстояние, через сеть. Для меня это вообще первый опыт такой прямой трансляции через интернет. Обычно мы это делаем вживую. Вот. Ну, будем сегодня делать так, будем играть через вот эту вот трансляцию. И будем рады с вами настроиться. Спасибо вам. Да, ну и музыка не знает границы языков, поэтому неважно, на каком языке мы будем говорить. Единственное, что нас будет объединять, это универсальный язык Вселенной, язык музыки, звуков. Так что хорошего вам звукового путешествия. Наслаждайтесь и привет из Гоа.
Oh.
Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что были с нами. Спасибо всем, кто нас слушал, смотрел, чувствовал и поддерживал чистоту, да, несущую. Спасибо всем, кто нам помогал энергетически также, потому что здесь техника капризничала, и нас это тоже немножко... Да, в Индии это всегда такая. Да, в Индии всегда, никогда не знаешь,
что будет происходить в следующий момент. Все находится в потоке. Поэтому у нас сегодняшняя сессия тоже такая была поточная. Собаки помогали. Собаки. Да. Спасибо огромное Андрею и Лере за пространство. Спасибо, ребята. У них тут очень чудесно. Мы на крыше. Очень классно. Под небом. Да, надеюсь, что вам было вначале хорошо видно, а потом хорошо слышно. Потому что, да, здесь быстро солнце прячется за горизонт, и буквально уже с момента заката через полчаса ничего не видно. Но по нашим сегодняшним языком путешествия звук был, наверное, более важным, чем картинка, поэтому это не так важно. И я думаю, что мы еще успеем сделать с Данилой какую-нибудь прямую трансляцию обязательно. Вы тоже пишите, оставляйте отзывы, что вы чувствовали, какие вы испытывали эмоции, может быть, что-то интересное видели во время этого звукового путешествия. И можете подписываться на этот канал. Он хоть и из Эстонии, но мы вещаем и на русском, и на эстонском. И у нас много интересных предприятий тоже будет впереди. И также, кстати, если захочется подвигаться, то я буду делать в субботу для моих коллег из Риги, для студии Лампа Ecstatic Dance, тоже трансляция из Гоа. Поиграю очень интересные биты. И если вам это резонирует, откликается, и хотите подвигаться, и вас не смущает, что Ecstatic это будет онлайн, потому что есть категория людей, что нет, Ecstatic это только вот, тусовка, только люди должны присутствовать на месте. Но мне понравился лозунг или девиз, или слоган вот именно этих трансляций из Риги: «Пока мы танцуем, мы вместе». Так что «Пока мы танцуем, мы вместе». И также это относится «Пока мы слушаем, мы тоже вместе». Все, спасибо. Спасибо, до свидания. Да, до встречи. Пока.